У меня есть сон, который я запомню на всю жизнь, это точно. Это сон, я бы так сказал, о любви к жизни. Потому что, чтобы долго не рассказывать, я попал во времена Второй мировой войны и попал в плен к немцам. Как-то вот так это все было. И как-то обычно бывает во снах, все события очень странно связаны друг с другом. И в какой-то момент я оказался на своей собственной кухне в сопровождении немецкого патруля, собственно, которые привели нас на эту кухню, чтобы, очевидно, лишить нас жизни. Меня и моего друга, моего лучшего друга. И я запомнил, как нам накинули на голову какие-то куртки или мешки, чтобы, видимо, мы не видели всего ужаса. И я краем глаза через этот мешок сквозь окно увидел не свой двор привычный, а увидел океан. Океан, солнце палящее. И, знаете, ну, бывает, во сне ты переживаешь настолько мощное эмоциональное состояние, что ты даже запоминаешь, уже проснувшись, как это было. Так вот, я запомнил, насколько сильно я захотел жить в этот момент. Это вот такой сон, который можно по-разному трактовать. И что, собственно, я сделал? Я скинул этот мешок, я одолел там всех этих немцев, я выпрыгнул сквозь окно в океан и поплыл куда-то дальше. Дальше уже не помню, но вот этот эмоциональный всплеск, он настолько сильно мне запомнился, вот эта вот борьба и желание жить, она в какой-то момент даже, наверное, вдохновила меня на какие-то вещи. То есть я был настолько сильно заряжен эмоционально после этого сна, и вот он мне запомнился.